Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с 12 часов дня. Я вообще хотел снимать мороженое сегодня, да? Но тут пришла посылка. Вот с этой штукой. Ну, это управление моим дроном. И я решил, думаю, а вдруг я сегодня доделаю, и он полетит. Да? Вот теперь я хочу вам рассказать про то, что мне удалось и что не удалось. И в конце вы поймете, что мне нужен ваш совет. Давайте смотреть. Так, вот сегодня пришел вот управление, я вижу. Так, единственное, что я купил подешевле, все-таки, потому что хочу сначала попробовать, будет ли он летать, а потом уже посмотрим на более дорогие модели. Это FlySky. И мне так интересно, что здесь есть какие-то коронки, такие острые довольно-таки. Думаю, ничего себе, это для садомазохистов, что ли. Так, к нему идут, не идут к нему, специально пришлось купить батарейки. И вот передатчик такой небольшой, а это, скорее всего, для настройки CD. Так, к этому еще я прикупил зарядное устройство. Вот, вот оно. Зарядное устройство, и вот одну батарею заряжает, а батарея у меня для 25SC. Это у меня для экранчика, а это для самого дрончика. Вот сейчас я тоже подсоединю сюда и буду заряжать. Ну, я читал, что где-то 1 час требуется всего лишь. Поэтому, может быть, сегодня мы и запустим. Поправочка. Вот эта батарея для дрона, вот эта батарея, они похожи очень сильно. А это вот я сейчас только купил для экранчика. Надеюсь, что правильно купил. Так, еще работа над ошибками. Видите вот эту стрелочку, да, здесь? Вот она должна идти вперед при настройке, чтобы знала система, что вот здесь у нас вперед, здесь у нас там, где брошка, там вперед, короче говоря, так. И еще вот этот вот VBAT провод, да, я от шин, вот от этих шин запитал теперь, вот от этой и от этой, да, то есть минус черный и плюс, и вот сюда его сделал, так, а 5 вольт, которые мы с вами видели, вот там находится 5 вольт, их вот сюда, в этот разъемчик, там, где у меня эти сигнальные кабели, вот сюда, в этот разъем, вот он, плюс-минус. То есть я запитал, получается, эту плату. Так, ну вроде бы как все, вот такая работа над ошибками произошла. Теперь надо посмотреть, как подключить камеру. Ну, к этому, может быть, попозже вернемся. Сейчас пока так. Да, и вот сюда будет подключаться наша пикалка, завтра придет, которая будет указывать на падение батареи, уровня зарядки батареи. Вот сюда ее нужно будет прикрепить. Придет, поставим. Так, ну что ж, давайте сделаем первое подключение. Вот, то есть этот мой передатчик подключили вот в этот разъем. Так, здесь у нас включен сюда этот, то есть 3 провода, черный, красный, белый, черный, красный, плюс-минус. Ну, это антенки, понятно. Так, сейчас будем пробовать первый раз включать сеть. Ну, руки трясутся, боюсь. Вот что-то запикало и мигает. Что это означает, пока не знаю. Будем разбираться. Так, включили. Он говорит что-то по-английски, что переведите все рычаги в определенную последовательность. Ну, я все наверх перевел, и это вниз. Все. Поймал он что-то. Ну, теперь будем дальше разбираться. Так, настроил камеру. То есть вот моя камерка. Я сейчас все это делаю пока на соперках. Вот это передатчик. Вот он у меня. Так. Включен он. Я подвел к нему питание.
от этих же 12 вольт, которые пошли на камеру вот сюда. Вот три провода. Красный, черное питание и желтое видео. Я запитал сюда на 12 вольт, где у меня на нижней плате 12 вольт. Вот оттуда запитал. И сразу этот и камерку. И вот сейчас мы видим, что все сработало. Сигнал уверенный, хороший. Вот я себя, пузо свое вижу. Отлично. Так. Ну, это у меня все заработало. То есть я могу теперь уже ставить на место камеру. Сюда вперед я буду ее ставить. Там есть каркас. Так. Батарея работает, все работает. Но есть одна печалька. Сейчас я вам ее покажу. То есть пришел пульт. Я в последний момент решился немножко на другой, все-таки на более дешевую версию. Потому как мне подсказали, да и я сам еще не решился окончательно, какая у меня будет система, или Фантон, или Magic там, диджей. Поэтому я взял сейчас вот такую дешевую версию. Вот. И вот с ней как раз у меня какая-то проблемка произошла. Я сейчас объясню, в чем эта проблема. То есть все, все стоит, все работает, как бы. Но двигатели не крутятся. То есть симулятор, который я в компьютер подключил специально, сейчас я все это врублю и покажу. Симулятор показывает, что не работают вот эти здесь, они работают. Сейчас я включу, чтобы вы посмотрели. Так, кто понимает в этом, конечно. Так, я сейчас пойду в ОК. Так. Вот. Так, теперь надо нам в систему попасть. Нет. Я еще тоже плаваю здесь очень сильно. Так. И вот теперь вот сюда. И нажать ОК, да? И вот если мы сейчас пойдем в дисплей и нажмем ОК, мы видим, что все регуляторы работают. То есть, вот смотрите. Это газ, как я понимаю, да? Потом разные каналы. Это работает. Вот. Так. Верхние. Ну, в общем, все работает. Теперь покажу, что не работает. Я с помощью USB-камеры, вернее USB-стика, да, вот здесь подключил и сделал прошивку. Кое-что работает, а кое-что нет. И вот это нет, которое работает, поставило меня в тупик. Сейчас я объясню, где в тупичок я зашел. Вот теперь мы соединили. То есть мы видим соединение, и когда мы поднимаем квадрокоптер, да, вот со стола, то есть гироскоп начинает работать, и мы видим, что все нормально происходит. То есть я поднимаю, я вижу, что он подключился, соединение есть, и мы видим, что как действует наша системка, да. Она не до конца собрана, потому как меня к этому уже предупредили, что пока не будет все крутиться, не соединять. Итак, хорошо. Теперь мы посмотрим по поводу ресивера. Здесь есть вот такие всякие полоски, которые, по сути дела, работают вот с этой штукой. И если я тут начинаю нажимать, то там должны эти полоски показываться. А ничего не происходит. И я уже много вариантов попробовал, я не знаю, в чем дело. То есть, с одной стороны, у меня на управлении показывает соединение, что ошибок никаких нет. Сейчас еще раз покажу, если будет видно, да? Что у нас? Да, это у нас подсветочка. Так, сейчас покажу. Еще раз.
Видите? То есть ошибок нет. И все подключено, и все как бы должно работать. Так, если мы сейчас посмотрим дисплей, да? Так, как у нас дисплей? Вот дисплей. Вот мы сейчас сюда переключимся. Нажмем ОК. И пойдем в дисплей. Еще раз показываю. Окей. То есть здесь все работает. Видите? Вот каналы, все соединяются, все на эти штучки-дрючки, все это можно управлять. И по идее, вот здесь должно происходить то же самое, когда я нажимаю эти вещи, то и здесь должно откликаться. На самом деле ничего не происходит. И вот это как раз самая большая моя проблемка. Мои личные подозрения, это вот какая-то вот эта связь. Что-то здесь, мне кажется, не так. Но я делал по двум видео, в этих двух видео это все происходит. Так, как я сделал. На самом деле, что-то не работает. То есть, хотя он показывает передачу, да, что он связан с квадрокоптером, все нормально. А на самом деле управление моторами, моторы не включаются. Один раз, когда я какой-то канал подключил, дернулся вот этот мотор. Ну, когда происходит, часто включается, он дык, немножечко вот так сел. Так, дык. А потом все исчезло. И больше такое не повторяется. Так что, дорогие друзья, если у вас есть какие-то мысли, подсказки на этот счет, то милости прошу, развейте мою печальку. Ну, на самом деле, не сильно огорчен, потому что как бы все работает уже, да. Все сделано как бы правильно, ну вот какая-то связь отсутствует. И для меня это как бы, ну, пока я не могу решить эту проблему, да, я сегодня буду еще смотреть, может быть. Я пересмотрел кучу видео об этой проблеме, пока нигде нет. Ну, я говорю, у меня есть хорошие друзья, которые, я надеюсь, мне подскажут верный путь. Ну а до этого я пока с вами прощаюсь. До первых полетов. Пока.